Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить кабачки в кляре в чесночном соусе. Для этого нам пригодится один молодой кабачок, 3 яйца, мука, чеснок, майонез, укроп, из специй возьмем соль, паприку. Для начала нарежем кабачок шириной не более 1 сантиметра. Все дольки кабачка нужно засыпать солью, чтобы выделилась лишняя жидкость. Приготовим соус. Укроп мелко нарезаем, чеснок пропускаем через чеснокодавку. Хорошо перемешиваем. Переходим к обжарке кабачков. Вначале приготовим кляр. Яйца смешиваем с паприкой и солью. Хорошо размешиваем. Каждую дольку кабачка сначала опускаем в муку, потом обмакиваем в кляре с двух сторон и выкладываем на сковороду, обжаривая с двух сторон. Готовность проверяю вилкой. Все обжаренные кабачки выкладываем на тарелку. Каждую дольку смазываем чесночным соусом. Кабачки в кляре в чесночном соусе действительно очень вкусная закуска. Попробуйте, приготовьте. Всем приятного аппетита! А если вам понравилось наше видео, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайки и написать комментарии.